Приветствую всех, кто смотрит, кто интересуется узлами и вообще всех любопытных. Значит, сегодня мы будем с вами вязать топовый узел или мальтийский крест его еще называют. Вот, берем вот так, смотрите, вот раз, один, одно кольцо делаем. Потом второе вот так делаем, но его заводим сюда, под низ. И далее вот так. Раз. Все, сделали. И третье заводим, но тоже под низ, вот сюда. Вот так. Вот, видите, что у нас получилось? У нас получилось вот такое вот изделие. Потом мы берем вот этот вот конец, смотрите, приближаем, вот так. И вот сюда набрасываем. Так, вытягиваем вот эти вот два, вот так вытягиваем. Это значит идет сюда вот под низ, а этот вот сюда наверх. Вот. Хоп. Блин, у нас. Ну сейчас мы завяжем. Завяжем один черт. И теперь мы вот так вот поддержим этот. Вот этот, вот так вот, поддержим, да? Подтянем вот этот. Оп, сюда. Потом вот этот подтянем. Мы все вытянем. Друзья, мы все вытянем. У нас получится вот такой красивый топовый узелок. Вот. Ну, его лучше всего вдвоем вязать, конечно. Одному трудновато. Видите, какой красавец получился. Вот. Он, значит, на мачте вот за эту середину одевается, там такой, это, выемка, пазочек такой одевается. Потом вот так растягивается. Понимаете, растягивается. Это затягивается. Середина вот эта затягивается. А вот это здесь привязывается, четвертый. Вот здесь он длиннее, у меня просто короткая веревочка. Вот, привязывается и на четыре стороны, вот палатку можно, кстати, так, посередине какой-нибудь чукчанский чумик, посередине палку, наверх завязали вот это, и веревки, бац, растянули вот так, четыре веревки растянули, забили колышки и обмотали, чем хотите, хоть брезентом, хоть чем. Ладно, давайте повторение мать учения, мы еще раз завязываем, берем вот так. Это значит под низ, кольцо одно. Так, раз завязали. Давайте не будем большие делать. Вот. Раз кольцо, потом два, но его под низ сюда вот. Вот сюда. И еще кольцо делаем, и тоже под низ сюда. Вот, три кольца получилось, правильно? Все запомнили? Три кольца. Потом вот этот конец мы тянем сюда, а вот этот туда. Но тянем хитро, смотрите. Этот идет сюда под низ, вот наверх кладем. Этот протягиваем сюда вот, наверх. А этот сюда вот, под низ. Смотрите, что у нас получается. Видите, этот сюда под низ. Оп. Все. Мы вытянули. Видите, вот. Ну, лучше вдвоем, потому что вдвоем удобнее связать этот узел. Вы запомнили этот узел? Друзья, это, если вы внимательно будете смотреть, да, вы поймете. Понимаете, этот узел не очень хитрый. Называется топовый или мальтийский крест. А это очки. Мои. Тоже морские. Они со мной в море ходят. Понимаете? Лет 20. Ну, не эти, я меняю их регулярно. Что я про очки-то начал? А вы, балбес, простите меня за выражение. Про узел я должен вам говорить. Ну, в общем, этот узел топовый, мальтийский крест и так далее. Кто не верит, может быть, найти в интернете и научиться вязать. Все, спасибо вам за ваше внимание ко мне, всем тем, кто заходит. А еще и подписывается, уже 310 подписчиков, я вам благодарен, вы хорошие все ребята. Счастья вам, удачи и хороших морских узлов.
которых вы изучите на моем канале. Пока!